останавливать надо было не это все, или рамки устанавливать этому движению не из-за того, что кто-то показал этот жест, а из-за того, что они приносят в наше общество. Это типичный популизм со стороны правящей партии или с правящих кругов. Здесь ничему и никому от этого ни холодно, ни жарко не стало. Причем здесь этот жест, когда движение само надо бы проанализировать. И по действиям этого движения я не видел, не слышал никаких активностей со стороны правоохранительных, ну какие-то там акции были. И сейчас из-за этого жеста делать вот этот спектакль, не влияя на само движение. Ну что это, как популизм чистой воды? Ясное дело, что и самим членам этого движения, они все разом этот палец сейчас подымут, скажут: классно, рекламу какую нам делают. Любая антиреклама – это тоже реклама. Влияние между странами, ну оно как было таким паразитарно натянутым, таким оно и останется. Если у вас есть претензии к этому движению, ну тогда надо было уже давно посла вызвать, если вы считаете, что это связано с этим. Надо было принимать какие-то меры, ну, те, которые предусмотрены Конституцией страны. А теперь из-за того, когда там на поле кто-то что-то показал там в порыве эмоций, из этого делать какую-то пиар-компанию, что они хотят этим сказать? Что мы все еще здесь власть? Да никто не верит в это уже давно. Здесь властвуют кланы, властвуют все, кто хотят, но кроме самой власти. Не в жести дела, а в сути. За суть никто ни слова не говорит. Суть этого движения, в чем оно, в чем его криминальность, там, в чем его антиконституциональность, об этом надо говорить. Тут ни о каком успокоении речь не идет, и он примерно так же, наверное, рассуждает, как и я сейчас. Чего это вы на моих людей там нападаете? Я приеду в поддержку их. Он едет сюда не для того, чтобы усмирить, а чтобы дать тем, на кого сейчас напали, что я с вами, ребят, не переживайте, Германия будет наша. Германия лакомый кусок, она сейчас больная, она сейчас израненная, и тот, кто первый ее подберет, тот там и будет руководить этой страной в дальнейшем. Так что, может быть, и приедет. Все-таки у него огромный электорат здесь избирательный. Сыграть в эту сторону для него это интереснее, чем туда поездка, которая политически, в общем-то, напряженнее. Здесь он себе крепит свои позиции среди своего электората.